Здравствуйте, дорогие мои друзья! Помните, я вам говорил, что классические говносборки, в том понимании, в котором мы их знаем, они умрут. Так вот, на смену этим говносборкам пришли огрызки. Я вам сейчас хочу показать описание одного из огрызков. Первым делом смотрим на обложку. Автор обложки, как всегда, дизайнер Леха 342. И тут написано «без шпионских модулей». На самом деле никаких шпионских модулей нет. И телеметрия, которую считают за шпионские модули, есть в macOS, в каком-то проценте Linux дистрибутивов, в Windows, в мобильных операционных системах типа Android, iOS. Телеметрия – это отчет данных, поступающих с вашего компьютера. Это для того, чтобы разработчики поняли, насколько ваше железо совместимо с MS Windows и продуктами Microsoft. Также получают еще отчеты об ошибках. За всю историю существования телеметрии, а она есть в семерке, восьмерке и десятке, ни разу не уличили Microsoft в краже личных данных пользователей. А вот как раз Google и другие компании неоднократно уличали. Например, Facebook. Продукты Facebook 100% у вас что-нибудь стырят, а вот MS Windows и Microsoft еще никто ни разу за руку не ловил. Так что то, что вот здесь вот написано, все это бред. Для того, чтобы как-то обосновать существование вот этого продукта, если это можно назвать продуктом. Windows Lite – это кодовое имя Windows 10X. Вот эта сборка никакого отношения к Lite не имеет. Официально Microsoft Lite не выпускала, поэтому это тоже бред. Почему называется Lite? Потому что сборщик, видимо, под грибами или под другими веществами, просто тупо вырезал все. Все. Например, если вы видите, что если OneDrive удален, по крайней мере, не особо что-то страшно произойдет. Но если он вырубил Cortana, поиск у вас 100% работать уже не будет. Многие компоненты между собой взаимосвязаны. И гарантировать вам работу на вот таком вот мегапродукте никто не может. А еще самое смешное, в конце человек пишет, возможно, еще что-то забыл добавить. Чувак даже не помнит, что он отключал. А отключил он все, даже под систему Windows для Linux. Службы, узлы системы диагностики вынес, регистрацию ошибок вынес. Кумулятивные обновления устанавливаться не будут никак, ни в ручном, ни через центр обновлений. Удалены ненужные задания в планировщике. Насколько они ненужные, естественно, определяет сборщик. Сборка делается для личных целей. Если для личных целей, какого хрена она распространяется в интернете? Вы видите вкладку чудо-дизайнера, я вам потом покажу, почему я ее открыл. Прикол. В личных целях, но пользователям предлагается в том виде, в каком есть. Если в личных целях, зачем ее предлагать пользователю? Отключены бесполезные вредные службы. Кто вы такие, чтобы определять... бесполезные эти службы или вредные. У меня просто сейчас шок, прединфарктное, наверное, состояние, просто задыхаюсь. Я задыхаюсь от этого маразма. Вредные службы. Под чем они были, когда это писали? Отключено размытие фона экрана приветствия. Просто охренительная вообще штука. Ради этого нужно устанавливать эту полураздроченную систему себе на комп. Доставил, добавил еще несколько твиков. Тут чувак пишет описание, он даже не помнит, что добавлял, где удалял. Пишет типа в таком стиле, удалил вы все вредоносное, все плохое, а добавил только все самое лучшее. Исправил проблему со шрифтами при установке Microsoft Office. 100% человек, который будет себе вот это устанавливать, дальше просмотра вот этой картинки не идет. Именно для таких людей и пишется без шпионских модулей. Чувак прочитал без шпионских модулей, а перед этим он еще смотрел телевизор, где рассказывали о злых агентах КГБ, там ЦРУ или ФСБ, и он уже точно для себя понял, что нужно устанавливать данный продукт. Совпадение не думай. В комплекте написана таблетка, внимание, возможно, негативная реакция антивируса. А разве они еще сохранили здесь антивирус? Разработчик, автор сборки, Microsoft разработчик, у Microsoft текут кровавые слезы после того, как чувак написал про вредоносные службы, и сборщик Zosma.
Ну, если вы думаете, что они о нас, в принципе, не знают, они знают, смотрят ролики и написали: «Сборка не предназначена для фанатов регулярных обновлений команды SVC ScanNo. Перед скачиванием и установкой убедитесь, нет ли в списке удаленных компонентов чего-либо нужного для ваших целей». Для чего это написано? Для того, чтобы, если вы вляпаетесь в это говно, от вас просто отмазаться. Вот просто показать две вот эти строчки и сказать: «Чувак, почему ты это не прочитал? Ты сам виноват». Почему открыто Леха 342 дизайнер? Я вам покажу два пункта. Первый пункт, номер 3. Сборки Windows на заказ. Это жесть. Это просто жесть. Для 2019 года я слышал, что делают сборщики сборки на заказ. Но чтоб так в открытую просто. Просто в открытую. Я от такого охренения просто теряю сознание. И, как говорится, как помните, Задорнов говорит, что не умрите со смеху. Бесплатная техподдержка на 1 год. Говносборщики оказывают техническую поддержку на 1 год. А вы вообще в своем уме? Вашу мать, что вот это? Вы мне можете объяснить, каким образом вы можете оказывать техническую поддержку Windows? Я вообще не знаю. Дизайн студия версия 1.3, короче, или 13, ладно, это проехали, этого говна я уже видел не... Ну вот эти два пункта просто меня убивают. Так что, господа, сборки не умирают, они мутируют в что-то еще более страшное. Ну а я на этом все. Это ад. Ад на земле. Ад на жестком диске. Поделитесь этим роликом просто, чтобы люди понимали, чтобы люди видели, чтобы люди начали мыслить правильно. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.